Добро пожаловать на наш канал, дорогие зрители и подписчики. Прежде чем мы приступим к ролику, хотелось бы попросить вас поставить лайк и подписаться на канал, ведь мы стараемся только для вас. Спасибо, приятного просмотра. Стало известно, что популярный музыкант Валерий Меладзе остался без главного источника дохода в России, а организаторы стали один за одним отменять его выступления в РФ. В сети появилась информация, что традиционный большой концерт артиста 8 марта в Барвихе отменен, а вслед за ним и все последующие запланированные на год выступления в разных городах страны – Иркутске, Новосибирске, Красноярске, Краснодаре, Сочи и многих других. По данным телеграм-канала Мэш, среди организаторов бытует мнение, что Валерий Меладзе попал в черный список, и работать с ним в России никто больше нельзя. Под запрет попали не только большие концерты звезды, но и корпоративы. Заказчики больше не хотят видеть опального артиста на своих мероприятиях. При этом стоит отметить, что сам певец, а также его официальные представители пока никак не отреагировали на данную информацию. Более того, на сайте артиста все концерты до сих пор есть в афише и можно приобрести билет на шоу. Дорогие зрители, напишите свое мнение об этом в комментарии. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал, ведь ваша активность помогает нам выпускать больше видео. Спасибо за просмотр, еще увидимся.